Здравствуйте, меня зовут Евгений Ермолаев, я являюсь экспертом компании Pult.ru и сейчас вам расскажу про акустическую систему Magnat Quantum 1009. Линейка Quantum является топовой линейкой у компании Magnat, которая известна своими домашними автомобильными акустическими системами для очень широких слоев населения. И 1009 является старшей моделью линейки, то есть фактически это флагман. Рассмотрим его поподробнее. Флагман имеет трехполосную конструкцию, состоящую из 25-мм шелкового твиттера, из 165-мм среднечастотного динамика и сдвоенного басового звена на двух динамиках 20 см. Акустическая система очень тяжелая, очень большая. Она имеет номинальную мощность 320 Вт и предназначена для использования в помещениях примерно 50-60 и более метров. Задняя панель этой акустической системы содержит три зоны. Первая зона – специальное отверстие, заглушенное поролоном, имитирующее нагрузку на среднечастотный динамик. Далее очень большой и глубокий порт фазы инвертора. Он идет практически до передней панели, и туда спокойно пролезает рука. И еще ниже блок высококачественных клемм для биваринга, биампинга. Обратите внимание, что клеммы расположены очень удачно, что можно подключить к ним очень толстый кабель. Акустическая система предназначена для качественного воспроизведения музыки и кино в достаточно больших помещениях. Эту систему вы можете приобрести в нашем интернет-магазине pult.ru.